Я считаю, что кризиса журналистики как такового нет. Есть кризис журналиста. Потому что проблема самоопределения, проблема роли журналиста, проблема представления о читателе и проблема читателя. Все очень атомизировалось и при этом все очень автоматизировалось. Читатель может читать не одно, два, три издания, а 102, 103. Он может быть подписан на журналиста или на журналистов в совершенно разных каналах и читать его в разных источниках. Какие-то из этих каналов будут формальными, опубликованными, какие-то совершенно неформальными. Это могут быть цифровые медиа, это может быть какой-то канал с его телефона и тому подобное. Поэтому здесь проблема не кризис журналистики, а проблема переизобретения вообще информационной сферы и способа взаимодействия журналиста, читателя, постановки взаимной задачи, взаимного запроса и понимания, что кому надо и что журналисту нужно от самого себя. Потому что проблема, как я думаю, сейчас в журналистах, а не в читателях.